культурной жизни областного центра большое событие. В Магадан на гастроли приехал театр из Якутска. На магаданскую сцену артисты русского театра выйдут более 15 раз. В репертуаре театра «Военная история», ресторанный романс, сказки для детей. Открыла осенний театральный сезон классическая постановка по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Почему именно эту повесть вы выбрали для премьеры? Все очень просто. Возьмите любой буклет наш, и первое, что вы увидите, театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Последний раз гастроли Якутского театра в областном центре проходили более 35 лет назад. И тогда на спектакле побывал заместитель начальника профтехобразования, еще не мэр, но уже увлекающийся театрал Юрий Гришан. Сегодня уже мэр, но все еще увлекающийся театрал отметил важность постановки этого классического произведения. Мне кажется, что я как раз 31 год назад здесь был. И вот сегодня вот это вот знакомство, с новой труппой, все меняется, и у нас новая труппа. Вот мы видим сейчас на портретах тех, кто был, кто есть, там дальше, кто будет у нас работать в нашей театральной труппе. Вот сейчас закончилось первое отделение, и финал. Вот аплодисменты. Мне самое главное действительно очень понравилось, что в зале очень много молодежи. Вот вы сказали, там не прочитает, а хоть посмотрит. Да, замечательно то, что мы с творчеством великого нашего поэта познакомимся через театральную сцену. Это здорово. Что вы тут устроили? Я прошу вас, Иван Игнатьевич, быть моим секундантом. Заколоть ближнего своего. Да добром, если закололи вы его. Бог с ним, с Алексеем Ивановичем. Я сам до него не охотник. Ну а если он вас просверлит, как это будет выглядеть? И все же я остаюсь при своем намерении. Это не воля ваша! Если уж мне вмешаться в это дело, то надо разве доложить Ивану Кузьмичу, что в квартете замышляется злодейство, противное казенному интересу. Иван Кузьмич! Создатели постановки сохранили оригинальный текст. Это судьба бунтаря Емельяна Пугачева и, конечно, история любви молодого офицера Петра Гринева и дочери капитана Мироновой Маши. Зрители поделились первыми впечатлениями о постановке. Грандиозно. Во-первых, очень интересный спектакль. Вроде бы казалось, капитанская дочка, да, все прекрасно знают и сюжет, и сценарий, да, но вот... Такая вот масштабность на сцене, да, и столько задействовано актеров, вот это вот и массовки, да, и костюмы, ну, прекрасно. Было все ярко и интересно. Актеры прекрасно играли свою роль. Я действительно очень часто бываю в театре и хочу сказать, что это одно из моих лучших посещений. Спектакль прошел с аншлагом. «Капитанскую дочку» повторят 29 сентября. 21 сентября гостей и жителей областного центра приглашают на ресторанный романс «Очи черные», а 22 сентября представят комедию «Тетки». Дополнительную информацию можно получить по телефону 62 84 84.